Новая должность сына Медведева вызвала споры в РФ. Сыну Дмитрия Медведева Илье уже 25 лет. Известно о молодом человеке крайне мало. Он давно занимается бизнесом и живет самостоятельно. А вот о личной жизни наследника политик предпочел не распространяться. 54-летний Дмитрий Медведев, как и многие госдеятели, скрытен во всем, что касается личной жизни. После того, как в январе 2020 года Дмитрий Анатольевич покинул должность премьер-министра, он стал реже появляться в фокусе СМИ. На самом же деле политик продолжает усердно работать в статусе заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации. В одном из недавних интервью Медведев рассказал о новой работе и ответил на несколько вопросов о семье. Так госдеятель упомянул и о сыне Илье, который практически всегда оставался в тени. Он взрослый человек, уже ему 25 лет исполняется. Он пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе в сфере цифровой экономики. Ну, такими вещами, которые сейчас очень популярны у молодежи. Причем занимается этим сам и занимается с удовольствием. Особых успехов пока я у него не видел, но надеюсь, что все еще впереди. Ну а личные моменты его жизни я бы, конечно, не хотел комментировать, подчеркнул бывший президент.